команды к старту. И поехали. Разыгрывают вот так вот футболисты темпу мяч. Очень неплохо сделали заброс с крючком. Заброс вперед. Здорово, можно сделать скидку. Самое приятное, что не тем не менее, мы с вами этот момент помним. А тут неплохой очень удар. Вали Пустин. Не будет. Да, не забили, но по второй половине встречи, я думаю, что эти дни, конечно, бывают. Добиться абсолютно другого результата. Удар сейчас наносит Илья Чечин, но краткого самаря вам становится понятнее, что, наверное, футболисты сегодня показали далеко не самый сильный футбол. Удар от Алфей, но тем временем 1-0! Вот так вот, очень неожиданно. Здорово добавился здесь Кузняк, да, и Чистяков, конечно же, без ворота, конечно. Еще одна чистяковская команда. Неплохо тем временем вырывается на оперативный бросок футболисты ДВПУ, и получилось, нет. Тяжело рассказать, это хочется быть, ой, неплохой удар. Передача, Алферин, шанс получает. Передача, решать. Валерий Цзёнь не смог мячом совладать, но удар вторым темпом. Но очень непонятно, я считаю, что не понятно. Так, Подлужняк. Направо, Кияшка. Еще подача. Подлужняк, вот он где Луса, 2-0, Евгений Подлужняк! Доработали и сумели довести ее до ума, и Евгений Подлужняк бесподобно.